А в Красноярске открылась выставка бурятского скульптора Дашида Мдакова «Бронзовая Азия». Это специальный проект фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для участия в церемонии скульптор специально приехал в наш город из Лондона. На открытии экспозиции также присутствовал глава Красноярска Эдхан Макбулатов. Дашида Мдакова считают феноменом в современном искусстве. Его «Бронзовую Азию» критики охарактеризовали как путешествие по миру степных кочевников. Скульптуры представлены в образах хищных животных, духов-покровителей шаманов, героев эпосов и буддийских лам. Выставка будет открыта для посетителей до конца сентября.